At 3 a.m., there is a group of armed people came to the airport. There was no gunfight, there was no any shooting. They just told that Ukrainian army should leave an airport territory, and we are waiting until the situation is solved. Following the separatist seizure of the airport, Ukrainian forces moved in, pressuring rebels to take up positions near the surrounding roadways. Ну, ми ожидаємо то, що ці люди либо здадуть оружие і уйдуть, вот, либо победа буде за нами. Другого ми ожидати не можемо. Rebel fighters reinforced their positions and transported the wounded from the front under heavy fire. Давай, взяй, помоги за ногу его. Под ногу бери. Many civilians were seemingly unaware of the danger surrounding them, while rebels ran across the roadways for cover. Directly outside the airport, nervous rebels hid along the tree line as sniper bullets flew overhead. Как можно, блядь, когда я вижу, вот, я взял точку, блядь. Я смотрю, блядь, два на автоматах, потом, блин, один, блядь, снайпер. Да. И меняются, сука, берут специально, путают у ёбки, блядь, понимаешь? Когда я уже открыл по автомату, ну, на автоматчиков двое вышли, я начал, открыл на по ним огонь, блядь. Пошла пизда. Сразу понесли себе, блядь. На дороге нас, лишь бы, блядь, снайпера не начали бить, ебать, тут точно. Спасибо, ребёнок. А у них там, походу, блядь, нормально. Там еще, там стадион в той стороне, правильно, да? Там могут, я не знаю, там... Слышь, снайпер там. Сисойские могут брать. Как раз вот зелёнка тут пробить. СВД до сюда не дотянешь. А, ну это хорошо. Сколько СВД берёт? Бегли! Блядь, мужики, ложись! Ложись! No, Вали, I think we yeah. No. Oh. Понял. Обратно. Journalists and soldiers took cover in alleyways and residential streets while trying to dodge the brutal warfare surrounding them. Я думаю, все в курсе, все знают, наверное, все, что есть уже. Подтянули. Они там прям... Ребят, сейчас на машине вас не пацаны, уезжайте быстрее. Давай, давай, давай. Ой, водички возьмите с собой. Давай, девушка, мини. Давай, бегом, бегом, бегом.
Fuck, can I get in there? Don't come on. Okay.